практически зашкаливающее обаяние. Ну вот, сегодня хорошо слышно. И кино, актер Федор Федотов, звезда серебряных коньков, и ледникового периода. И это без всяких усилителей высокочастоты. Ну и о театре. Балакова. Ты самых разных театров. Это вроде бы Тюзовец. С другой стороны, городской театр Санкт-Петербурга. Прекрасно слышно. И еще некий такой не совсем понятно социально-художественный театр. Что из этого на все-таки твой микросхема. Домашний такой вот ты бы назвал? Я не могу не сказать, что тянется до Востока параллельно потоке. Название «Строк» можно перевести с английского как «Пик». Появилось оно еще в 12 веке. Еще одно Балакова. Фактически тут ничего лучше не работает. Мой диплексер хорошо работает. Стрэнд превратился в рай для театра. В общем-то. На улице было построено огромное количество театров.